Всем привет! Сейчас я вам покажу упражнение, которое поможет при коксартрозе, при артрозе суставов, при зажатии седалищного нерва, при нарушении координации, при нарушении сухожилия. Показала бабушке я одной, ей 84 года, и ушла на пандемию. И сегодня она мне выслала, как она ездит на велосипеде. Чудо! Каким образом? Долго делала. Такая вот трудолюбивая бабушка. Я ей сказала, сколько надо делать, и ее это не удивило. И теперь меня не удивляет, почему она здорова. Встаете, опираетесь, но не облокачивайтесь, колено не выпрямляете. И начинаете, можно с рукой это делать, можно и без руки. Начинаете вот так вот пружинить 500 раз, 500 раз одной ногой. Очень аккуратно надо выходить с этого. Раз, два, переключаться на вторую. Вы не должны скользить здесь ножкой. И то же самое, согнули слегка.